Привет, меня зовут Марвин. Я восстаю, чтобы 6 часов. Я живу в России, охраняю, сейчас почти в 5 часов. Я из Таиланда. Первый В, класс и классный руководитель Борзова Виктория Валерьевна. Каждый день мы в школе утром. Мы всегда делаем зарядку. Сегодня мы будем учиться 5 классов на русском языке. И пойдем. С тобой мы с вами поговорим про звуки С и С. Ну давай, Мамин, будем пробовать. Это С. Се. Нет, С. Се. Попробуй соединить звуки Т, С. С. Т, С. Вместе? Се. С. Цирк. Цирк. Ага. Звук С. 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 Воздух. С. 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 Сыр. Цирк. Цирк. А, цирк. Сыр. Да, цирк. Цирк. Сыр. Цирк. Ага. Давай выучим русскую скороговорку. Цыган на цыпочках подошел к цыпленку и цыкнул цыц. Цыган. Цыган на цыпочках. Цыган на цыпочках. Еще раз, давай. Цыган на цыпочках. Цыган на цыпочках. Подошел к цыпленку. Подошел к цыпленку. Цыпленку. К цыпленку. Цыпленку. И цыкнул циц. И цыкнул сик. Циц. Сик. Циц. Сик. Циц. Сик. Да нет же, С. С. Сегодня мы с вами говорим про падежи. Какой вы первый падеж знаете? Именительный падеж. На какой вопрос отвечает именительный падеж? А, что? Кто? Или что? Какие вы знаете слова в именительном падеже? Женского рода одно слово. Мужчина. Женского рода? Мужчина? Что это за мужчина такой? Ручка. Ручка. Женский род. Ручка. А мужского рода? Как? Женщина. Человек. Человек. Отлично. Человек. Потом какой падеж идет?
Ай, давайте и средний, и средний, давайте, средний, средний род. Какое слово знаем? Молоко. Молоко. Давай окно. Оно короткое. Молоко не поместится. Следующий падеж какой? Родители. Какой вопрос? Чего? Кого? Чего? Кого? Чего? Кого? Чего? Ручка. Нет, чего? Ручки. Ручки. Человек, никого? Человека. Спасибо. Нет, чего? Одна. Одна. Дальше, кого ходишь? Винительный падеж. Да, по-русски только. Дательный падеж. Какой вопрос? Кому? Чему? Ага, ручка. Окно чему? Следующий, какой падеж? Предложно. Нет, творительный. Творительный. Как тебе хочется предложить? Творительный. Какой вопрос? Возьмай, какой? Чем? Нет. Ручкой. Нет, меня сгадили, И последний, Мавин, какой падеж? Предложно, предложный падеж. Ура! Вопрос какой? О чем? Ручка. Так много. Так много, отлично. Почему ты умеешь? Я не умею, ты же видишь, я тоже путаю. У меня просто голова большая. Born through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing that song. Сегодня я в музыкальной школе. И сегодня мне очень интересно, потому что первый раз, когда я здесь, я видел инструмент, и я никогда видел в жизни. И это очень интересно. Но сегодня я с Катя, привет, Катя. Привет. Да, и сегодня тебе надо рассказать мне это шаурица. Это что? Давай инструмент. Mm-hmm. Да. Это что? Это балалайка, русский народный инструмент. В нем всего три струны. Он мой любимый инструмент. Очень известный. Это как гитара? В России. Это как гитара? Нет. Это есть три. Да, три струны. Гитара 6. И как разница гитары? Это тоже гитара. Это что? Это домра. Домра. Это похоже. Да, это похоже. А почему это круглое? Да, почему это круглое? Ну такое строение. Есть круглые, есть. Это такое строение. Они хоть и похожи, но они абсолютно разные инструменты по звучанию. Я понял. А можно ты послушай? Да, потому что сейчас мы не знаем, что почему это разница. Следующее мы будем слушать русский инструмент. Очень интересно. Thank you.
Да, очень я просто подыграла, чтобы поинтереснее. Да, очень красивый звук, потому что я знаю сейчас это разница гитары, потому что высокий звук, да, это не как гитары. Но... Покажи медиатор, чем играют. Чем играют? О, вот играют медиатор. А, Нара играет. Возьми. С, как называется? Руки возьми. А, русский восьми. Это русский восьми. Нет. Это русский восьми. Это медиатор. Медиатор. Это как пик, ситара. Да. Медиатор. Ты умеешь это? Нет. Нет. А, окей, хорошо. Но сегодня мы знаем, что это инструмент русский. Народный. Да, и это очень интересно. Я думаю, что сегодня вам много знаем о этом инструменте России. Спасибо большое, спасибо, Катя, спасибо, Тереза. Because you know I'm all about that bass, no. В России мы часто пьем чай, обычно с печеньем и конфетами. И это моя семья. Чай, мы чай. 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 О, очень много. Чай. Но я надеюсь, чай. В России. Конечно. Водка. Но, Алиса, давай. Бу. 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 Водка. Для нас. Coca-Cola is better. Мы думаем, что мы найдем что-то в рядом чай. Сырники – это мой любимый десерт. Борщ. Это русское блюдо, которое каждая семья часто готовит, как моя семья тоже. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace. Коленочками на язычок ботинка. Вот так. Попу вперед. Правильно, неправильно. Так, вот встань и коленками надо вид. Так, переводчик. Это. Говори. Сюда. Ален, скажи. Так, ровно и наклоняйся на меня. На... Наклоняйся. На коленочки. Го... На колени вперед. На... И на меня, на меня, на меня. Снизь. То есть Майкл Джексон. Вперед. Лунная походка. Учимся кататься на лыжах. Кошелек. Нагрузку на ноги, да? Да. Едем. Лишь бы меня не сбил.
Конечно, ребята, наконец я вам хочу рассказать, что спасибо большое мою семью в Таиланде, что дали мне, чтобы приехал в Россию. И сейчас я здесь в России. И у меня есть очень хорошая и милая семья. У меня есть бабушка, дедушка, папа и мама. И, конечно, сестра Алена. Она тоже волонтёр. Да, и я тоже хочу спасибо волонтёр IFES. И, конечно, мои дорогие друзья, IFES-студенты. Мы очень дружные, как всем. Но я думаю, не надо говорить друзья, надо говорить семья тоже. Вы молодцы. Я очень люблю вам. И, конечно, я еще хочу спасибо мои дорогие друзья тоже в школе. И моя девушка тоже. Она всегда помогает мне здесь в России. Да. И спасибо большое, спасибо вам. И еще что, если я говорю что-то неправильно, я знаю, потому что я смотрю моё видео и я знаю сам, что у меня много ошибки. Но я думаю, что вы понимаете, да. Окей, хорошо, давай, пока. I was scared of Dennis in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams. To the dark side, I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I get a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself, and she's been living on the high shelf. And they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song again. I get a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can have it any other way. I swear she's destined for the screen. Closest thing
to muscle fiber that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I get a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong.